Итак, началась новая лига, вот лига разлома. Ну, по-английски это бридж. Я на хардкоре решил в этот раз играть, да, больше, то есть на софт не возвращаться. Лига хардкор бридж. Вот морозный шар у меня пока не разогнанный. Ну, то есть у меня жрец будет на холодных шарах, но я его потом сначала жирным сделаю, вот. Потом разгоню. Потому что все-таки хардкор, тут надо пожирнее быть. Ну и плюс еще, конечно, пару скиллов бы взять. Вот сейчас до изувера дошел. Пиздец, у меня только 12 уровень, а у некоторых 85 уже вот в чате там эти извещения же приходят. То есть некоторые уже. Ой, сука, некоторые уже карты фармят. То есть, пиздец. Это, кстати, не первый мой персонаж. Я с утра еще одного качал, но он сдох. Я сам не понял, как. Вот второго уже качаю в этой лиге. У первого моего персонажа где-то тоже 12-й был, что-то такое. Блин. Так. Бегаю щитом. Будет у меня, наверное, на ХП, то есть такой ХП ориентированный, да? Не с этим, не с энергощитом. Персонаж. Щит я имею в виду в руках у меня, вот на увеличение урона от чар. Пока у меня только одна ачивка. Да, продержать разлом открытым. Убить 500 монстров разлома тоже скоро выполню уже. В прошлой лиге я где-то 12 испытаний сделал, мне микротранзакцию даже за это дали. Вот, кстати, мои микротранзакции. Щит бойни, кровавые сапоги, это тоже из коробки бойни, это из прошлой лиги. И бирюзовое оружие и следы сущности. Вот следы сущности халявные перепали мне. Реально, то есть, эта лига, короче, вчера вышла в 11 часов ночи, но я что-то на хардкоре, на стандарте в последнее время играл. Ну и что-то, то есть, сразу с момента лиги решил не играть, потому что там очередь была, пиздец, там несколько тысяч человек. Ну вот. Что-то я тупанул, мне бы надо было пойти закупиться. Ну ладно. Мне надо будет еще один камешек взять, потому что пока мало урона, вот. То есть морозный шар это снаряд. То есть надо будет, я его разгоню, чтобы несколько снарядов было. Чтобы время каста быстрее было, потому что очень медленно он, видите, эти шары кидает. И я думаю, что можно будет очень даже, урон от холода еще прокачаю. И думаю, что можно будет очень хорошо даже зачищать карты. Вот, кстати, разлом. Вот он. Только жаль, что не из каждого разлома что-то ценное выпадает. Правда, у меня пара колечек выпало сейчас. О, во-во-во. Вот такие колечки, жаль, не каждый раз выпадают. То есть это как повезет. Что еще хорошо, в морозных шарах они через всю карту летят почти. То есть огромный рейндж. Вот видите, то есть не успеваешь полностью зачистить. Разлом, то есть достаточно быстро закрывается. Сейчас покажу, что мне за кольцо выпало. А, кстати, в разломе свойства удваиваются, вот что характерно у всех этих колец. Вот у меня, да, то есть три таких кольца. Ладно, пойдем дальше. Был у меня до этого на хардкор стандарте тотемщик до 45-го, что ли, дошел и сдох на испытании претендента. Точнее, на испытании восхождения. От этих, от ловушек.
Лол, да, то есть меня вообще враги убить не могли, на самом деле. Вот это опасно. Вот видите, тупо через всю карту почти летят, то есть огромный рейндж у этих шаров. То есть кидаешь в одних, а умирают другие, то есть очень эффективно. Осколки тула у меня несколько. Убежище, я не помню, убежище у меня, кажется, уже есть. Нет, еще нет, нет. Это на стандарте хардкоре убежище есть. Тут пока нет. Блять, почему нельзя было сразу в город телепортнуться? О, нам что-то предлагают. Постой. Чуть не то не взял. Урон молнии, конечно, мне нужен. Ну, короче, продадим. Конечно, непривычно заново лигу начинать, да, так сказать, с чистого листа. На самом деле. То есть все по новой крафтить, да. Все вот это вот делать. Броня, то есть у меня тут броня и ХП будет у этого персонажа. По крайней мере, я постараюсь, чтобы это было. Так, 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 так. Угу. Ремень у меня на физ урон почему-то. Вот у меня, то есть, есть два осколка ксофа и два осколка тула. А, четыре осколка тула даже уже. Рип, лол. Кто-то на 78 уровне он сфидил. Бывает, бывает. Вот у меня гемчики, я пока собираю, потому что, ну, неизвестно, да, то есть, какой гем когда понадобится. Я перед этим хотел бесплотными ножами, да, играть. Но бесплотные ножи я спрячу, то есть, все-таки бесплотными ножами. Не то. Уника еще ни одного даже не выпало. Так. Вот это вот, пожалуй, я кольцо одену. Эти свои кольца линкуют, я тоже полинкую. Так, огненный... О, огненный рывок, наконец-то. Вот что мне надо было. А то я ебал. Без огненного рывка. Хеллоу, хеллоу. Ты найдешь землю под открытым небом, наводненную лягушками. У меня такое уже бывало. Ну что ж, давайте тогда... А, врата заключенных. Дальше дойдем тогда. Я, в принципе, недолго фрапшу, да? Я, как обычно, забыл таймер некий поставить. Так, надо вот, вот так. Кстати, я еще себе расплавленный панцирь решил взять. Это на выживаемость, да? Ну, не знаю, наверное, поставлю его потом на каст при получении урона. Да, конечно, хардкор это дело такое интересное, но сложное, потому что я ебал. Вообще, в неожиданных местах можно репануться на самом деле. Вот даже сейчас меня бьют, пока я скилл прокачиваю, да? Точнее, дерево навыков я имел в виду. У кого-то уже табулы рас выпали, хотя, как я сказал, даже еще суток не прошло с открытия вот этой лиги. А у меня еще ни одного уника не было. Хотя я что-то поиграл, я так посмотрел,
Там одни и те же уники, по сути, почти выпадают в начале игры. Я думаю, я посмотрим, какого голема возьму, ледяного или голема молнии, посмотрим. Криты там, не криты, я еще не решил. Знаешь, что модификатор атаки нужен, чтобы, да, молниями. Забыл, как он там называется. Вот. Ну и посмотрим, чтобы несколько снарядов выпускал. Обязательно. Потому что вы сами понимаете, я же не буду одним снарядом кидаться, да? Правда, урон уменьшится у каждого снаряда по отдельности, но... Наверное, скорость каста и... Блять. И что это было? Кстати, бывает, когда у тебя опыт теряется, по-моему. Я такую хуйню видел, типа, вот когда тебя вот так и дропает. Надо посмотреть в чатике, одного меня дропнуло или нет. Скорее всего, ну, не должно только одного дропнуть. Скорее всего, весь сервер. Сейчас посмотрим. Не знаю, ну бывает, ну изредка, но бывает. Бля. И что? Не удалось подключиться к области. Короче, вот так вот. Вот так вот и закончим обзор наш, если игра дальше не дает. Ладно. Вот как-то так. Подписка, лайк.